Добрый день, друзья! Сегодня с вами мы находимся на речке Западная Двина. Сегодня попытаемся половить головля щуку. Будет небольшая охота за судаком. Находимся мы в районе поселка Сурыш. И на этом протяжении реки Западная Двина попробуем сегодня с вами порыбачить. Ну что ж, друзья, после построения плотины, это первая рыбалка в очень высоком уровне на речке Двине. Хотим посмотреть, как себя будет вести рыба, какие изменения произошли, если у нас на наших старых местах голавль. Порыбачим, посмотрим. Так что следите за роликом, будем смотреть, что будет дальше.
Она будет. Минута осталась, блин. Мы рыбку отпускаем, потому что она должна жить. И вам советуем. Хорошая щучка будет сейчас. Он пихается, как сон работает. Идем к нам, родимая. Мы знали, что ты там есть. Вон она. А, смотри, какая спина красивая. Угу. Пускай поплавит. Под килошечку, может, чуть поменьше. Стой, давай. Смотри. Давай, подымай, 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 не бойся. Сейчас отпустим вот такую щучку. Все, отпускай. Вот, друзья, такую щучку поймали на попер. Сейчас отпустим ее. Рыбка расклевалась, нашли небольшой секрет к ней. Только к вечеру. Погода тихая, штиль, поэтому будем ловить дальше на попер. Пускай. Да. Рыбку отпускаем. Пускай живет, красавица. Опа. Вон пошла. Там рыбы нет, я просто хочу посмотреть, что не было травы. И это самое. И вот. Ну я могу пустить. Поближе давай, поближе, поближе. Ну что ж, друзья, мы сегодня с вами поплавали на замечательной реке Западной Двине. Мы полюбовались нашими красивыми красотами. Плавили немного рыбы, а рыбка была не очень активная, но потом подобрали небольшой ключик, ловили на попер. Вот.
понравился нам день, понравился прекрасный последний день лета уходящего 2018 года. Обязательно подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. Всем пока!